Ну что, друзья, вот мы приплыли. Остров Окишима. Единственный пресноводный обитаемый японский остров. И по совместительству самый большой. Искать на этом острове вместе с Кагавой-сан мы будем котиков, а также историю этого острова. Поразительно вышло. Так называемых островов с котиками довольно много. Если вы хотите посетить один из них, то советую отправиться прямиком на Эносиму, что недалеко от Токио. Та-дам! Барабанная дробь. О чудо, я их нашел. Коте, вот они. Наглые, толстые и пушистые. Тут хочется отметить, что я в первый раз вижу, чтобы вот так вот гладили мохнатых. А главное, им это нравится. Окишима находится вдали от туристических троп, на озере Бива. Забегая чуть вперед, скажу, что Окишима – это обычный рыбацкий остров с населением чуть больше 250 человек. Там есть школа, одно кафе, бар и гора с видом на озеро. Ну и в принципе все. Просто я оказался проездом и уговорил Кагаву-сан отвезти меня на остров, чтобы показать вам, как живут пресноводные островитяне. Окишима, как и Эношима, не встретила нас ни одним котиком. Но что еще более усугубляет ситуацию, это то, что Кагава-сан, так же как и я, в первый раз на этом острове. Поэтому все приходится искать методом постоянных проб и ошибок. Никогда бы не подумал, что мандарины могут быть вот такого размера. Вот такого размера. Очень большие. Ну и, конечно же, как всякие любители пошагать, потопать, мы поднимаемся на самую верхнюю точку острова для того, чтобы собственными глазами осмотреть ее панораму, а заодно и вам показать. Вершина. В принципе, не гора Фуджи ни разу. Где-то примерно за 20 минут в самом легком темпе. Но честно, вид того стоит. Я думал, что будет не так эффектно. Мы благополучно спустились с горы. Вот перед вами здание младшей школы. Сейчас в этом здании учатся всего лишь 12 человек. Раньше было, конечно, значительно больше. Но глобализация добралась, конечно же, и до Окишимы. Все хотят жить в большом Т, в большом Токио. Мало кто хочет и мало кого устраивает жизнь на тихом
острове, где единственным достатком может быть только лишь ловля рыбы. Успех, господа! Акишима оказалась лучшей на Шиме. Здесь туристов меньше, а котиков больше. Они уже, так сказать, запланили всю планету. Еще один неко. Да, в отличие от, так сказать, материковых котиков, островных, островитян можно гладить и в хвост, и в гриву. Главное, кормить еще не забывай при этом. Да? Дорогие друзья, в принципе, больше чем 2 часа на острове делать нечего. Паром в это время суток ходит каждые 2 часа, и мы с Кагавой не нашли ничего лучше, чем просто, что называется, уехать, потому что что делать здесь следующие 2 часа, мы неплохо себе представляем. На острове всего одно кафе, и котиков оказалось не так много, как нам хотелось. Гаусон, вам понравилось на Акишиме? Мой первый раз в путешествии в Акишима. Интересно? Да, очень интересно. Но, тем не менее, место заслуживает своего внимания и места в истории. Поэтому я ни разу не жалею о том, что приехал на Окишиму. И если у вас будет такая возможность, будете в префектуре Шига, будете недалеко от парома на Окишиму, заезжайте. Я уверен, вам понравится.